потрясающий салат для вас сняли. Смотрите внимательно, как мы его приготовили. Друзья дорогие, сегодня будем готовить великолепнейший салат из огурцов. Делать нечего, будет очень-очень вкусно. Первым делом у огурцов отрезаем попки. У огурцов срезаны попки, и теперь нам нужно его нарезать каким на самом деле угодно способом. Можно тоненькими слайсами порубить, но мы пойдем дальше и вот такими, такой, как я не могу придумать, как назвать эту форму. Тоненькая штучка. Тоненькой штучкой нарезаем огурчики. Ну, чем больше, тем лучше. Второй ингредиент, который нам понадобится, это чеснок. Тоже любое количество может быть на ваш вкус. Один зубчик, 5 зубчиков. Мы остановились на количестве 3 штук. Огурцов было примерно 400 грамм. Мелко рубим, можно пропустить через чеснокодав. Чеснок складываем прямо туда наверх, пока не перемешиваем. Сейчас расскажу, что с этим делать. И также нам нужно нарезать еще немножечко петрушки, совсем чуть-чуть, чисто для украшения, для визуала, так, чтобы не перебить вкус огурца. Отдельно на сковороде раскаливаем масло. Как проверить масло на раскаленность? Опускаем что-то деревянное, если пузырики вот так вот идут, масло достаточно раскалено. Слишком много масла. Ну, чуть-чуть оставь. Я боюсь. Прямо на чеснок льем, чтобы чеснок отдал. Долей! Еще чуть-чуть. Так. Ну, немножечко еще. Такой аромат идет вообще. Теперь очередь за яблочным уксусом. Тоже добавляем по своему вкусу. Мы добавим столовую ложку. Не забывайте посолить. И вишенкой на нашем торте, салате, станет кунжут. У нас тут есть небольшая баночка приписана. Совсем малышка. Немножечко посыпем кунжутом. Ой, как красиво. Так ароматно от этого чеснока и раскаленного масла. Просто бомбяу. Уксус еще. Кайф. Такой он летний прям. Салат наш готов. По своему усмотрению можно добавить туда еще перчик, чили. Можно порезать огурчик другим способом, не таким замороченным. Просто мне сегодня очень захотелось. Очень вкусно, очень по-летнему, свежо. А мне нравится способ такой. Классно. Ну, смотрите, мы еще посыпали немножечко хлопьями чили. Такая абсолютная вкуснятина получилась. Все лето будет его готовить, честное слово. Очень классно.